Отправились мы как-то с Лехой поохотиться на фазанов. И как это часто бывает осенью, охота началась с вальшнепов. Аркан как раз причуял ближайшие посадки след долгоносика, и я пошел испытать свою удачу. Дай его, Аркан! Давай, 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 давай! Стоечка стоит. По вальшнепу. Не, промазал. Но сейчас на всякий случай залягну на ту сторону. Он просто уходил резко вниз, но... Может быть, и упал. Сейчас я на поле выйду. Кстати, сборник рассказов «Байки на привале» теперь доступен и в трех электронных форматах. После оплаты вы получаете ссылку на скачивание и сможете читать рассказы не на бумаге, а на компьютере или на любом мобильном устройстве. Дай его. Дай, 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 дай его. Оп, Аркан, дай. Оп. Ну. Взял, да? Ну, примерно напротив меня. Как видите, я в очередной раз промазал, но выстрел Алексея все-таки уронил долгоносика в высокую траву. К сожалению, камера разрядилась и так и не запечатлела тот момент, когда Аркан нашел сбитого вальшнепа и подал его нам. Ну, после твоего же выстрела, правильно? Все отлично. Или сел? Отлично. Мы продолжили охоту и теперь увидели первого за этот день фазана. Давай, 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 давай. Давай его! Пошел, Аркан! Промазали. Ушел на ветворивальную делянку. Унывать после промахов мы не стали, а продолжили наш путь. И тут надо мной пролетала стая воронья. Я не упустил возможности уменьшить количество этих вредителей в угодьях, а заодно и раздобыть для своих котов немного свежего мяса.
стоять. Кальк. Оп, молодец, дай. Все. Воу-воу! Ворона! Молодец. Ко мне, неси. Давай, дай опор. Дай. Молодец, Аркан. Хорошо. Фу. Устав от хождения по угодьям, мы решили сделать небольшой привал, душевный, с самоваром. Аркан отдыхает. Алексей. Однако долго мы не рассиживались, а потому осталось еще немного времени, чтобы проверить перспективное в плане фазанов место. Да. Вот смотри, он там влево, смотри, влево пошел. Тянет, вот там. Пошел, дай его, Аркан. Дай. Давай, пошел. Ну ты последний. Твой, ты последний. Вон Аркан. Аркан, давай. Да, я видел. Аркан опять не сплоховал. Отлично. Подал нам под выстрелы петуха. И в этот раз... Хоть я и промазал, Алексей все-таки добыл красавца. Так молодец, и завершилась Аркан. Охота в этот все. Замечательный осенний день. Все. А вы оставайтесь с каналом на привале, молодец, да. И ждите новых выпусков. Все, поздравляю. Замечательно. Ну это вот тот, что он там, блядь, как зараза упустил собаку. Он ушел поднимать. Все, сейчас мы, значит, вот так вот к машине возвращаемся. Что там у тебя?